Добрый день, уважаемые подписчики, зрители моего канала. Итак, можно уже представить вашему вниманию рассаду меланподиума. Вот такие вот милые желтые ромашечки. Ну, будем считать 5-рублевую монетку. Очень неплохо набирает куст. Чтобы добиться такого разветвления, такого формы, формировала 2 раза. То есть делала прищип, заодно снимала череночки. Черенки укореняются неплохо, но за счет, скажем так, активной листвы тяжеловато идет. И семена. Я ранее показывала вам про семена, что я сажала семена для того, чтобы как бы завести данное счастье. Взошли плоховато, буквально 5-6 штучек. Ну ничего. Взошли, выходила. Сейчас вот уже показываю сами череночки, которые уже укоренились и начали цвести, потому что маточники, которые у меня есть, я им даже не даю возможности набирать куст. То есть я постоянно стригу и укореняю. Как только вижу рабочий черенок, сразу же идет в дело. Так что вот такие вот милаши. Единственное, что мне не понравилось, но это опять смотреть по нашей погоде надо, на чистом солнце, если мы пересушиваем горшок, начинает подгорать лист. То есть эстетика куста при полном высыхании кашпо не восстанавливается. Поэтому я предлагаю, либо, если есть возможность, ну, постоянный уход, то есть мы не пересушиваем кашпо, а либо же вешаем кашпо, либо высаживаем восточной, западной стороны, то есть под палящее солнце, я не рекомендую. Опять же, это пока первые выводы, но пока что вижу. Так что вот такая вот у меня получилась рассадочка меланподиума. Всем огромное спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Будет очень много интересного.